Всем привет! Сегодня у нас 14 марта. Уже вот зацвели цикламены. Сейчас видны у них только бутоны, но они цвели буквально вот на днях. А сегодня пошел снег. Еще цветут фиалки. Вот такая вот наша обычная погодная несуразица, которая частенько творится весной. Цветы под снегом. Это роза. Вот ее семена. Мелкая розочка. А вообще, у нас только вчера было плюс 16 температура, а сегодня уже только плюс 2. А вот еще наш бонсай сосны под снегом. А вот моя пагода. Вообще погода, конечно, просто изумительная, красивая. Вот еще мой маленький бонсай дуба. Он у нас уже второй год. Это ямадори. Выкопанный из природы, значит. Я его еще почти не формировала. Буквально обрезала ему главный ствол. У него все впереди. Thank you.
А это мой вяз. Этому деревцу уже больше 18 лет. Попал он ко мне прутиком толщиной примерно 3 миллиметра. А сейчас полюбуйтесь. Уже распускает почки. Кстати сказать, синичка летает и чирикает прямо над моей головой. Совершенно меня не боится. Потому что у них тут кормушка, и они у нас прикормлены. Семечки лопают. Еще они очень любят сало. Сказать, на абрикосе уже набухли почки, и буквально со дня на день они будут цвести, если, конечно, тепло продержится. Спасибо большое, что посмотрели, что разделили со мной это все приятное. Всем пока!